Итак, у нас непальская чаша, 17,5 сантиметров, весом 700 грамм, номер 108. Очень люблю эти чаши. Говорят, что орнамент тоже играет. Ну, в данном случае я согласен. Это старая традиция. Буквы все эти, они не лазерные гравировки. Они здесь как бы имеют утолщение. А вот здесь еще такие полоски. Я думаю, они дают какую-то особенную игру. В общем, у них все как какой-то сердечный звук такой приятный. Вот такая чаша, 17,5 сантиметров всего лишь, и весом всего 700 грамм. Вот. Понятно, почему я их люблю. Очень легко раскручивать стиком, любым, по вот этому, по этой поверхности. Интересно. Она просто очень ровная, и это важно.